Песни, танцы, инструментальные композиции в исполнении юных артистов заставили зрителей смеяться и плакать, задуматься о прожитом. Особым подарком для проживающих в интернате стали самодельные открытки бузулукских школьников, передающие тепло детских сердец. Вот уже 6-й год ребята с концертами приезжают в гости к пожилым людям. И, как говорят педагоги, эти визиты значимы не только для зрителей, но и для самих ребят. Визиты в такие учреждения воспитывают в детях любовь и уважение к своим пожилым, родственникам, бабушкам, дедушкам, любовь к ним, опять же, уважение к посторонним людям пожилого возраста. Выступления юных талантов стали настоящим праздником для старшего поколения. Проживающие в интернате признаются, что с большим нетерпением будут ждать следующей встречи.